Кого вы представляете себе, когда речь идет о судебных приставах? В воображении сразу появляется образ серьезного крепкого мужчины в форме. Но исполнителями судебных решений все чаще становятся и женщины. В преддверии 8 марта мы начинаем цикл репортажей о дамах, которые выбирают совсем не женские профессии. Приехал на машине, а уйти обратно уже может пешком. Вот чем грозит злостному должнику встреча с Ольгой, очаровательной брюнеткой, а по совместительству судебным приставом-исполнителем. Я сейчас накладываю арест на имущество, принадлежащее должнику, в счет погашения долга по алиментам. Итак, судебный пристав – должностное лицо, которое осуществляет принудительное исполнение судебных решений и постановлений. Профессия эта только на первый взгляд исключительно мужская. На деле работа очень творческая, и женские хитрости здесь бывают совсем не лишними. Если говорить о розыске должников по алиментам, нюансов очень много. И интересных мероприятий, и инцидентов достаточно тоже очень много. Есть такая процедура, есть у нас социальные сети. Да? Есть такие прецеденты, когда судебный пристав ищет должника через интернет, там в социальной сети, предлагает, вот ты мне понравился, давай встретимся, назначает встречу. Да? Соответственно, должник во всеоружии там, приезжает на встречу, а тут его ждет судебный пристав-исполнитель. Кстати, убедиться, что профессию пристава выбирают все больше представительниц прекрасного пола, можно, заглянув в рабочий кабинет нашей героини. Здесь, как говорят, настоящий малинник. Самое сложное – найти должника, который вот скрывается от службы судебных приставов, который, например, не зарегистрирован по месту жительства, то есть даже выписан с места жительства. Самое приятное, что я помогла взыскателю получить денежные средства, причитающие ему по суду. Но какие бы обаятельные и привлекательные девушки в данном ведомстве не работали, отдавать под арест свое имущество не нравится никому. Чтобы защитить пристава от весьма нередких случаев агрессии, в службе существует специальный отдел оперативного дежурства. Стрелять я учился изначально из пневматики, из пистолета ПМ с газовым баллончиком. Также вот с армии основная подготовка была к стрельбе. Стреляем мы регулярно, у нас контрольные занятия проверочные постоянно проводятся, учебные стрельбы регулярно проводятся, у нас имеется свой тир. Здесь стреляют в десяточку, занимаются общефизической подготовкой и за считанные секунды разбирают автомат Калашникова. Можно не пожалеть приступить. Судебные приставы ПДС выполняют очень много важных задач. Они обеспечивают безопасность в суде, участников судебного процесса. Также занимаются обеспечением безопасности судебных приставов-исполнителей. Группа быстрого реагирования у нас имеется, осуществляет выдворение иностранных граждан по постановлению судей за пределы Российской Федерации. Казалось бы, вот она, настоящая мужская работа. Однако и здесь не обходится без девушек. Изначально физическая подготовка хорошая должна быть, и также образование, наверное, и возраст. Теперь уже точно профессию судебного пристава ни женской не назовешь. Ольга Пырочкина, Николай Яковлев, Республика.